Звонок на перемену, и десятки кенийских школьников выбегают во двор и выстраиваются в очередь. Их уже ждет горячий обед. Получить его можно с помощью приложения на специальном браслете. Такая социальная программа действует во всех школах Найроби. Этот проект принес нам пользу. Мы получаем горячую питательную еду. Раньше у нас была холодная пища. Программу запустила кенийская неправительственная организация Food for Education. Миллионы детей в Африке идут в школу голодными. Им часто приходится выбирать, идти на уроки или поискать где-нибудь еду. Food for Education пытается решить эту проблему, поставляя недорогую питательную пищу, чтобы дети оставались в школе и учились. По данным организации, голодающие дети не только прогуливают уроки, но и часто бросают школу, а без образования им будет трудно найти работу. Эта программа уже помогла школе. Прогулов стало меньше, дети остаются на уроках и лучше учатся. Успеваемость повысилась. За каждый горячий обед родители платят 15 центов США. Еще 10 центов оплачивает организация. Она же и ищет спонсоров. Иногда нет работы и не можешь принести обед в школу. Иногда даешь ребенку холодную еду, а порой денег нет, и он остается голодным. В Найроби горячие обеды получают тысячи школьников. Программа также обеспечивает стабильным доходом фермеров, у которых Food for Education закупает продукты.